друзья, всем привет! Меня зовут Юля, вы на моем канале Сладкий Персик, и сегодня у нас с вами будет очень вкусный, быстрый, простой и необычный ужин. Мы будем готовить пасту, вот такую вот, и сделаем ее с кальмарами и шпинатом. Нам понадобится паста или макароны, они не обязательно должны быть такие, могут быть вообще любые, какие вам нравятся. Кальмары, вот такие, сливки, у меня 10%, пармезан, у меня уже сразу натертый. Шпинат у меня замороженный. Кстати, вместо шпината можно взять любую зелень, например, замороженную петрушку. И вот такой сухой чеснок. Если любите свежий, можете взять и его. Первым делом, когда варим пасту, мы с вами ставим кипятиться воду соленую. Она у меня уже стоит на плите. Пока вода у нас закипает, мы подготовим кальмары. Мы с вами берем кальмары. Они у меня уже очищены. Я их помыла и обсушила бумажными полотенцами. И их просто нужно нарезать на кольца. Теперь мы с вами разогреваем сковородку с небольшим количеством оливкового или любого другого растительного масла. Кальмары кидаем в сковородку и обжариваем примерно, не знаю, там 3-4 минутки. Главное их не переготовить, иначе они будут невкусные. Кальмары у нас пожарились, я их пока переложила в блюдо. И теперь в ту же сковородку, в которой у нас жарились кальмары, мы добавляем немножечко масла, прям чуть-чуть. И сюда же мы отправляем шпинат. Он у меня вот такой вот замороженный, пробитый блендером. Я его покупала уже готовый. Напомню, что вместо шпината можно использовать любую зелень, которая с пастой будет сочетаться. Например, петрушку. Мы жарим шпинат на минимальном огне, нам нужно дождаться, когда он растает, и дальше мы будем добавлять уже остальные ингредиенты. Теперь мы добавляем к шпинату сливки, насыпаем сухой чеснок и немножечко соли, и варим наш соус до загустения примерно 4-5 минут. Теперь, пока наш соус готовится, самое время отварить макароны. Смотрите, когда вы варите макароны, нужно обязательно прочитать, что написано на пачке. Вот эти вот макароны, вот эти вот, сейчас я вам покажу, их нужно варить всего 6 минут. Поэтому я их кидаю в кипящую воду и жду. И примерно за 3 минуты до конца мы сюда отправляем наши пожаренные кальмары и готовим все вместе. Вкусно должно быть вообще. Друзья, посмотрите, какая красивая у нас получилась зеленая паста. Она очень вкусная, полезная, легкая. Можно есть и на ужин, и на обед, и готовить, например, когда к вам пришли гости. Поэтому обязательно сохраняйте себе этот рецепт. Он вам точно понравится. Пишите ваш отзыв в комментариях, мы будем ждать. Не забудьте подписаться на наш телеграм-канал и смотрите наши сладкие новости каждое воскресенье. Всем пока!